Всем привет, дорогие друзья! Сегодня хочу поделиться с вами рецептом быстрых слоек с миндальным кремом. Буквально за 20 минут. Все очень быстро и просто, так как использую уже готовое слоеное тесто. Эти слойки пирожные получаются красивые, очень вкусные, хрустящее слоеное тесто и нежная миндальная начинка. И кстати, вместо миндальной муки вы можете использовать любые другие орехи. Просто измельчите их в кофемолке. И получится такой же вкусный десерт. Для рецепта мне понадобится 1/2 кг миндальный крем. Всыпаю в миску миндальную муку. Вместо миндальной муки можно использовать любую другую ореховую муку. Просто измельчите орехи в кофемолке. Всыпаю сахар. Добавляю мягкое сливочное масло. Добавляю 1 целое яйцо. И также добавлю 1 белок. А желток оставлю для смазки теста сверху. Добавляю чайную ложку экстракта ванили. Можно также использовать и ванильный сахар. И натру на терке цедру 1 лимона. Можно также использовать и цедру апельсина. Снимаю только верхнюю желтую часть. Конечно, предварительно лимон надо хорошо помыть. Перемешиваю все до получения однородной массы. В итоге получается вот такой очень ароматный миндальный крем. Для моего рецепта я использую вот такое покупное слоеное тесто. Можно использовать как бездрожжевое, так и дрожжевое. Я сейчас нахожусь в Испании и пеку вот из такого теста, которое я покупаю в Меркадоне. У меня 2 куска, вес всего 520 граммов. Разворачиваю тесто. Оно у меня раскатано тонко. Сверху на тесто я выкладываю начинку. Разравниваю. И накрою 2-м куском теста. И сейчас разрезаю тесто на полоски. Толщина примерно 2-2,5 сантиметра. Где-то полоски потолще, где-то потоньше, ничего страшного. Теперь разрезаю еще пополам. И теперь я беру каждую полосочку теста и вот таким образом ее перекручиваю. И выкладываю на подготовленный противень. Противень я выстелила пергаментной бумагой. Все очень быстро, просто и, конечно, получится невероятно вкусно. Выкладываю на расстоянии друг от друга. Действуем быстро, так как тесто слоеное, оно довольно быстро тает, чтобы легко все свернулось. Сверху все заготовочки я промазываю разболтанным желтком. И присыпаю миндальными лепестками. И отправляю все выпекаться в хорошо разогретую до 200 градусов духовку примерно на 15-18 минут. Конечно, вы ориентируетесь по своей духовке. Противень я ставлю на средний уровень, включен верх и низ духовки. Итак, у меня все готово. Пирожные я достала из духовки. Выпекались они ровно 15 минут. Там, где чуть вытек миндальный крем, пирожные соединились, но в этом нет ничего страшного. Посмотрите, какая красота получается. И как же это быстро и просто. Когда пирожные немного остыли, сверху их можно присыпать сахарной пудрой. И подаем к столу, к чаю, к кофе.
Эти слойки с миндальным кремом получаются просто великолепные, такие вкусные. Хрустящие сверху и внутри такой нежный миндальный крем. Ну как же это вкусно! А готовится все проще простого. Обязательно приготовьте и попробуйте. А я желаю всем приятного просмотра и приятного аппетита. Если видео вам понравилось, ставьте лайки, пишите комментарии. Делитесь им с вашими друзьями в социальных сетях. Подписывайтесь на мой канал Люда Изикук «Позитивная кухня». Всем пока!